Привет! Вопросительный знак продолжает узнавать музыкальные предпочтения жителей и гостей Алматы. Здравствуйте! У нас такой вопрос. Добрый день. Что вы сейчас слушаете? Какую песню? Слушаем. Ну, я название, честно, не знаю. Посмотрите. Давайте посмотрим. Так, сейчас, секундочку. Бежит Томас. Raindrop keep falling. Во. Здорово, спасибо большое. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Можно вопрос один? Что вы слушаете? Музыку, рок. Да, понятно. А какую песню вы исполнителя? J-Rock слушаю. Это японская музыка. Ясно. Спасибо большое. Stocks rise, fertilizer, neighborhoods with butter, butter. Black steel, no mask, no tags, gutter, gutter. Look up in the sky, no stars, helicopters hover. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у нас вопрос. Какую песню вы сейчас слушаете? Я не слушаю песню, сейчас все карты смотрю. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что вы сейчас слушаете? Отличный выбор. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сейчас слушаете какую-нибудь песню? Назовите, пожалуйста, исполнителя и название песни. Pushing Me Away – это, скорее всего, Limp Bizkit. Спасибо, отлично. Какую песню слушаете? У нас один вопрос. Какую песню слушаете? Здравствуйте, у нас один вопрос. Какую песню вы сейчас слушаете? Какую сейчас? Джейсон Мраз. A Beautiful что-то. Спасибо, найдем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую песню вы сейчас слушаете? The Pretty Reckless Heart. Спасибо большое. Один вопрос, какую песню слушаете? У нас такой вопрос сегодня. Какую песню вы сейчас слушаете? Я сейчас Brainstorm, ты не один. Спасибо большое. Какую вы сейчас песню слушаете? Подскажите, пожалуйста, какую песню вы сейчас слушаете? Какую песню слушаете? Подскажите, пожалуйста, какую песню вы сейчас слушаете? Пицца. Пиццу слушаю. Фары. Друга чувствуют порами, а ты прячешь глаза за фарами. И тебе непременно здорово, когда станем однажды старыми. Скажите песню какую слушаете? Слушайте. Сейчас я скажу. Название или группу говорить? Группа Kin, You Are Young называется песня. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, что вы слушаете? Какую песню? Шахтар — это рэп, короче, казахский. Да, слышу. Нервы. Название шарф. Спасибо большое. Какую вы сейчас песню слушаете? Джастин Бибер. Да, название? Не знаю. Просто Джастин Бибер, не знаю. Хорошо. Всего доброго. Oh, like, baby, baby.
слушаете сейчас? Какую песню сейчас слушаете? Ну, послушайте сами. Расскажите, у вас там название, нет? Есть. Хорошо, расскажите, пожалуйста. Да, не знаю английский. Как песня называется? Да, как называется песня? Can you wait stronger? Спасибо большое. На этом, пожалуй, все. Предпочтения оказались, как всегда, разнообразные. Что играет у меня в наушниках, вы услышите прямо сейчас. А с вами была Ася, специально для Gonza.kz. Пока! I'm a freak. I'm a winner. Up the hell.